Ой, замечательно, вы прекрасно. Здравствуйте, ребята, я доктор Ливси. И вы знаете, я пришел сюда, чтобы вам сказать, что для вас не поставить лайк и умереть означает одно и то же. У вас есть на это всего лишь 5 секунд, так что быстрее ставьте лайки, ребята. Ваше время уже пошло. Раз, два, ой, замечательно, три, четыре, пять. Ой, кажется, кто-то не успел. Ну и ребята, на канале Сирена Студио вышла новая анимация про радужных друзей. Радужные друзья против Poppy Playtime. Интересно, кто же победит? Обязательно посмотрите, ссылочка в описании. Ребятки, всем огромнейший приветик! Ну а с вами снова я, Слайк Маст, и конечно же Дарк. И сегодня Доктор Ливси и разные другие герои мемов будут прыгать по ступенькам лестницы в игрушке под названием Гаррис Мод. Всем хаюшки, ребята! Сегодня мы, ребятки, собрали очень-очень много мемов, которые вот только, ребят, у нас были за последние полгода на канале. Да, ребятки, разные герои мемов. На данный момент, ребятки, является самый главный мем, это Доктор Ливси. Да, ребятки, Доктор Ливси из Острова Сокровищ, из довольно-таки уже старого советского мультика. И сегодня Доктор Ливси будет соревноваться против других героев мемов. Гигачат, вот, ребятки, смотрите. Мотошрек вот такой вот. Был такой, ребятки, помните, Бегемот. Мото-мото, по-моему, вроде звали, да? Из Мадагаскара. И вот, ребятки, у него голова Шрека. Потом, конечно же, Говорящий Том и Говорящий Бен. Эти зверушки тоже стали довольно-таки мемными. Особенно Говорящий Бен. Ну и, конечно, ребята, Каркарыч. Вот такой огромный качок Каркарыч. Короче, да, ребятки, Доктор Ливси, Гигачат, Мотошрек, Говорящий Том, Говорящий Бен и Каркарыч. И, конечно же, даже Доктор Ливси будет соревноваться, кто же из них быстрее и выше заберется на максимальную ступеньку лестницы. Вообще, да, ребятки, сегодня будет эксперимент ступеньки лестницы в Гаррис Моде. Не забудьте, друзья, подписаться на канал и поставить лайк. Вот такой сегодня, ребятки, будет обалденный эксперимент. А мы прямо сейчас же, друзья, начинаем. Ну что, ребята, начинаем. Вот, друзья, даже Доктор Ливси. Посмотрите, ребят, как он прикольно ходит. Прям как на самом меме. Бегает прикольно. Ну, точнее, да, бегает, бегает. Музычку только подставить, ребята, и все, картина маслом. Да, тут-ту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 -
Окей, ребят, давайте сейчас за доктора Ливси попрыгаем. Ну и да, ребятки, на канале уже вышло довольно-таки много всевозможных роликов про доктора Ливси. Так что, ребята, если вы не видели, то посмотрите. Давай, готов? Раз, два, три. Давай, доктор Ливси. И мы вообще, ребят, сегодня думали, против кого будет прыгать доктор Ливси. Нормально так, нифига себе. Сначала мы, ребят, думали против Пой Плейтайм, потом против Радужных Друзей. Он забавно прыгает, кстати, перед собой руками машет. Есть такое. Но в итоге, ребят, решили то, что пускай он прыгает против мемов. Раз он сам мем, то пускай против мемов и прыгает. Ну, все, Славик, я победил. Я то... А, ладно. Я думал, ты мимо, я думал, ты мимо пролетишь, но нет. Ой, слушай, он буквально за несколько прыжков запрыгнул. Прям очень-очень хорошо. Ну и раз, ребятки, да, главный герой доктора Ливси, давайте он попрыгает против других героев мемов. Вот давай против Гигачада попрыгает. О, а кто за Гигачада будет? Ну давай ты. Ой, я хочу, поиграю за доктора Ливси. Смотрите. На самом деле, ребят, Гигачад довольно-таки сильный. Давай, готов? Что он делает, смотри. Готов, давай, раз, два, три. Ты что такой быстрый, а? Ты видел, как я прыгаю, дядя? А, ну ладно, что ты как-то слабенько прыгаешь. Дай фору, доктор. Доктор, ты же добрый доктор, ты же не можешь мне психотравму оставить, что я проиграл тебе в прыжках. Ну ладно, ладно, давай, давай, жду. Походу, ребятки, да, Гигачад вообще не ровнее нашему доктору Ливси. Ну чё, попрыгали? Опа-на! Слушай, ты вообще на максимальную ступеньку сможешь запрыгнуть, а? Не знаю, что-то как-то мало шансов, по-моему. О, давай-давай! Эй, блин, ребят, практически, а? Практически. Я сейчас еще и перелечу! А, нет, не надо! А, я перелетел! Дарк, ты понимаешь, я перелетел за доктора Ливси? Посмотри на меня теперь! Теперь мой гигачат, реально гигачат! Ты сверху, что ли? Вон, смотри, жду тебя. Ты прокачался, хорошо. Ну, почему гигачат у нас маленький, пускай он будет большой. Ну, пускай будет гигачат. Гигантский же, да? Ну, наверное. Теперь он гига, реально гига. Вообще, чат, типа, чада, что ли, ребенок какой-то, гига, типа, большой. Так. Посмотри, как он теперь прыгает. Да вижу, только, по-моему, это тебе не особо помогло. А хотя, ребята, опа. О, ну вообще да, ребятки, все равно мне кажется, доктор Ливси победил.
Да, гигачада пришлось прокачивать, чтобы он что-то мог сделать. Да так и что если да, бы Славик не перелетел, он бы выиграл, а бы даже прокачать его не успел. Это да, это да. Все, ребят, доктор Ливси победил гигачада. Теперь давай против следующего. А кто там следующий? Может быть, нужно с конца начинать, а? С Каркарыча? Да не, давай уже по порядку как пошли. Ну давай. Может быть, Бодошрек будет лучше прыгать? Может быть. Давай, раз, два, три. Побежали. Хотя у него тело, наоборот, полное. Мне кажется, у него должны быть прыжки с преодолением гравитации, по логике-то. А ты где, кстати? А, ты только внизу. Ну, удачи тебе. Ну, ты, кстати, по-моему, получше прыгаешь. Доктор, я страдаю ожирением. Доктор, скажите мне, какую диету взять? Нужно запрыгнуть на максимальную ступеньку и там простоять неделю, и тогда ты похудеешь. Прошу, доктор, спасибо. А, тихо-тихо, так главное, ребят, не перелететь. Фух. Слушай, ну Бодошрек намного лучше прыгает. А, ты что сделал? Ой, я упал, доктор, мне подножку поставили. Я не могу пошевелиться. Ребят, я не мог пошевелиться, а, капец. Так, да-да-да-да-да. Ах ты, блин, а ну иди сюда. А все что ли, серьезно? Он еще живой. Ах ты, а, получай, получай. Доктор, за что вы так со мной? Ты решил на меня напасть, за это ты умрешь. А, что, ребят, он выжил? Как ты выжил, кстати, а? У меня слишком большая жировая прослойка, она меня от всего защищает. Даже сабля, ребят, видимо, проткнуть его не может. Капец, смотрите. С другой стороны, все логично, ребята. Всякие мемные персонажи должны быть читерскими, нелогично сильными. Это да. Ну, доктор Ливси, ребят, на самом деле реально очень-очень сильный. Кстати, друзья, мы как раз записали ролик «Доктор Ливси против всех радужных друзей». Если вы, ребятки, не видели, то обязательно посмотрите. Там, ребята, как раз мы испытали силу доктора Ливси. Так, мне кажется, теперь давай ты поиграй за доктора Ливси, а давай попрыгаю за говорящего Тома. О, ну наконец-то! Славик, снова рум! Ай, ты меня убил! Что? Ты меня с одного удара убил! Я бутылкой забил! Я бутылку в тебя просто... О, подожди, а он ужасно прыгает! Серьезно? Он вообще, прям посмотри, мне кажется... О, давай против Беда хотя бы, а? О, ну давай! Я тебе даже фору дам! Мне кажется, ребятки, Том, это не какой-то прям мемный персонаж, да? Бен, пускай! Ладно, Бен, ребятки, еще. С ним реально много мемов. А вот, ребятки, Том, ну, был такой, да, прикольный в приложении Том. Говорящий Том. Ну и ладно. Ладно, давай теперь говорящий Бен против доктора Ливси. Раз, два, три. Раз, два, три, и бежать теперь я начинаю. Ну, тебе фору дать надо хоть какую-то. Серьезно? Я еще и застрял. Ребята, помогите. Ну ладно, ладно, жду тебя, песик. Ну, короче, смотрите, ребятки, Бен у нас стал побольше. Хо-хо-хо. Это что за читы, Бен? А вот все. Так вот. Доктор с тобой шутить больше не будет. Так, опа, больше не нужно. Сейчас я догоню. Ну ты подожди хотя бы, а? Нашего говорящего Бена. О, смотри! А ты где? Ты внизу каким-то образом оказался? Я упал, да. А я победил. Да в смысле победил? Ладно, давай, знаешь, смотри, подожди. Давай с розовой ступеньки еще раз вместе. Иди сюда. А, хорошо, иду. Давай, вот отсюда. Готов? Давай даже вот отсюда, ребят, попрыгаем. Да хватит бросаться, а? Отсюда прям, ну давай. Давай, готов? Раз, два, три, побежали. Опа! Хо-хо-хо-хо! Доктор Ливси теперь, ребятки, точно проиграет. Все, я на последней ступеньке. Но я тебя все равно в первый раз обогнал, поэтому я победил. Это только потому, что остановился тебя пождать, а потом случайно упал. Ты чё? А, ладно, не надо. Ну, ладно, да, ребятки, говорящий Бен, на самом деле, если бы не вырос бы, если бы не увеличился, то он вряд ли бы победил бы доктора Ливси. О, ребятки, Бир Каркарыч, хорошо. Ой, давайте, друзья, за него поиграем. Помнишь меня, доктор Ливси, а? Ничего себе у тебя, конечно, я стал сильнее и больше. Знаете, употребление такого количества всяких препаратов, которые мышцы наращивают, вредно для здоровья. Я как доктор... Ой, хо-хо-хо. Да выпендривался этот доктор. Хо-хо-хо, ребята. Ну что, давай прыгать, а? Хватит тут меня уму-разуму учить. О, ё-моё. Ладно, все. Давай, уменьшайся. Давай уже прыгать, а? Ладно. Кстати, ребят, можно будет устроить битву мемов. Кто самый сильный герой мема, а? Гигачат, Бодошрек, говорящий Бен, Том, Каркарыч. Кстати, мы забыли одного мемного персонажа. Ливси. Какого? О, смотри. Скромника? Да. Помнишь, широкий скромник идет у нас ролик на канале был? Да, но это не такой мем. Я имею в виду какой-то прям такой глобальный, масштабный мем. Ладно, ребятки, давайте попрыгаем. Раз,
два, три, побежали. Опа! О-хо-хо! А! Ах ты! Ну сейчас я тебя, а! Взял такой, блин, в меня врезался. Помнишь какой меня, доктор Ливси, а? Сейчас я тебе, блин... Сейчас мы, ребят, допрыгаем до максимальной ступеньки. Да, помню тебя, я тебе клизму как-то ставил. Что? Какую клизму? Сейчас я тебе ее поставлю. И... Всего на последней ступеньке? Это все неправда, на! А, ты зря на доктора. Ребята, Каркарыч реально сильный, смотрите. Что? У доктора Ливси, ребят, просто и шанса нет. Капец, друзья, смотрите, он реально очень-очень сильный. Обалдеть. О-о-о. Ну что, что ты мне сделаешь, доктор Ливси? И что? О, ребят, на самом деле он реально капец большой. На, на, ай-яй, ребят, ай, неприятно. О, все, ну там, да тыкаешь себе. Знаешь теперь, как доктор прыгает? Долетишь? Нифига себе, ребята, смотрите. Он на максимальную ступеньку не то что запрыгнет, он ее, ребят, смотрите, даже перелетел. Ладно, Каркарыч, ребятки, внизу с доктором Ливси разберется, иди сюда. Да, ты ко мне решил прыгнуть? Иди сюда, ну, давай. Хорошо, сейчас доктор тебе покажет медицину настоящую, ну, которую он пиратам показывал. Во, давай, иди сюда. На, на, на. А, ребят, ну капец, на самом деле, знаете, Каркарыч тоже очень-очень сильный. Ай, капец, тыкается этой шпагой, блин, ай-яй-яй. Все, ладно, ребят, лучше убегать от него, ай-яй, сейчас затыкает меня. Никуда ты от меня не убежишь. Окей, ребятки, теперь давайте поменяемся. Я поиграю за доктора Ливси, а Дарк поиграет за Каркарыча. Ну только не за такого доктора Ливси, пожалуй. Ну давай, можешь меня уменьшить, во. Готов? Да. Давай, раз, два, три. Так, опа. Давай, доктор Ливси. Молодец, молодец. Так, не, прыгаем, ну это ребята. Тебя без шансов, докторишка. Думаешь, без шансов? Смотри, я уже ай, почти блин. На последних ступеньках. Ну, ладно, ладно, подожди, подожди. Если я сейчас, ребят, хорошенько разгонюсь, то, возможно, у меня есть реально, ребят, какие-то шансы еще победить. Давай, давай. Я победил. Ну ладно, ты на самом деле реально меня буквально дурка. Немного обогнал. Пошел вон отсюда, это мои ступеньки. Что? Спустись вниз, я с тобой разберусь. Нет, доктор, вы же за здоровый образ жизни, так что движение это жизнь, поэтому подвигайтесь, если хотите до меня добраться. Ну ладно, друзья, да, в общем, вот такой вот сегодня у нас прикольный эксперимент получился. Сегодня, ребятки, доктор Ливси прыгал против разных героев-мемов. Гигачада, Мотошрека, Каркарыча, Говорящего Бена и так далее. Вообще, да, ребятки, довольно-таки сегодня круто получилось. Вот, спустился наконец. А ну иди сюда, подожди, подожди, иди сюда, иди сюда, иди сюда. А ну иди сюда, говорю. Ну давай, давай, что ты мне сделаешь? Отпусти, отпусти. Все, ребят, разобрался наш доктор Ливси с этим непокорным Каркарычем. Вообще, да, ребятки, такой сегодня мы был деланный эксперимент провели. Не забудьте, конечно же, подписаться на канал и поставить лайк. Если вы, ребята, хотите больше роликов про доктора Ливси и про разных других героев-мемов, или, например, хотите увидеть битву всех этих героев-мемов, то, ребятки, конечно же, да, поддержите этот выпуск лайками. Давайте, ребята, берем на этом выпуске 10 тысяч лайков. И мы, ребятки, еще много всего интересного запишем с доктором Ливси и не только. Ну а с вами, как обычно, были я, Слейкмаст, и, конечно же, Дарк. До встречи, друзьяшки, в новых роликах. Всем, ребятки, желаем удачи, до новых встреч, пока-пока! Всего хорошего, ребята!